Чем дышит Тольятти? Анализ атмосферного воздуха примерно по 60 компонентам проводит передвижная экологическая лаборатория. Автомобиль с уникальным для России оборудованием город приобрел в феврале, а уже в начале марта мобильный комплекс начал отбирать пробы и работать по жалобам населения. За полгода лаборатория на колесах совершила более 80 выездов и помогла экологам в сборе информации, какой не имеет ни один другой город страны. Однако некоторые тольяттинцы стали выражать недовольство. Нет видимых результатов от дорогой покупки. Почему их невозможно получить за небольшой отрезок времени? Оперативно ли передвижная лаборатория реагирует на вызовы горожан? И как ее работа поможет улучшить качество воздуха? Обо всем подробнее в нашем следующем репортаже. На данном слайде показано, как эти жалобы сосредоточены в нашем городе. Заместитель ректора, директор Института химии и энергетики ТГУ Павел Мельников делится предварительными результатами работы передвижной эколаборатории. Город передал ее именно ученым, чтобы получать экспертные независимые сведения о качестве воздуха. Лаборатория, можно сказать, после того, как ее поставили на учет в ГИБДД, она ни дня не простояла без работы. 40 выездов совершили на обследование качества воздуха и примерно 50 по жалобам. Это превышает количество выездов, предусмотренных договором. Однако лаборатория продолжает работать. Единая дежурная диспетчерская служба передает сообщение горожан о смоге и вызванном им ухудшении самочувствия в администрацию Тольятти в любое время суток. Затем сигнал поступает для проведения оперативных замеров. Если только более 5 обращений с одного места, улицы или приближенных рядом домов, мы направляем в лабораторию. Приехать на место вызова и развернуть оборудование лаборатория должна за час-полтора. При этом ученым надо успеть высчитать скорость и направление ветра, чтобы поймать именно тот воздух, который вызвал нарекание. 40-60 минут занимает отбор проб, а анализ может длиться до 4 часов. Преобладающее большинство жалоб и превышений, которые мы зафиксированы, имели при северном составляющем ветре. При этом восточная составляющая к северной вызывает жалобы в центральном районе, западная составляющая ветра вызывает, соответственно, жалобы Комсомольский и Шизовой район. Если строго северная, то это район Аэрохола, ну и затрагивает часть Комсомольского района. И также важна скорость ветра, наиболее критичный ветер, который идет примерно до 3 метров в секунду. То есть при более сильных порывах ветер, получается, рассеиваемость гораздо выше. Неблагоприятные метеорологические условия значительно влияют на качество воздуха. Экологи выяснили, что больше всего выбросы скапливаются в атмосфере в Тольятти в феврале, марте, июле, августе и сентябре. Так, за все дни июля 29 были с неблагоприятными метеоусловиями. Я как эколог, как житель города, говорю, что факты имеются с загрязнением воздуха. Насколько они загрязнены по отношению уровня ПДК определенных веществ, это сложно определить, только определит нам инструментальные замеры. Но мы часто ощущаем запахи, это прежде всего, которые... Они отражаются на каждом человеке по-разному. У кого-то головные боли, у кого-то удушье, у кого-то слезливость. Но не должно этого быть в городе, даже пусть он промышленный город. Также передвижная лаборатория работает в уже известных местах концентрации выбросов и собирает сведения о составе и качестве атмосферного воздуха Тольятти. Дело в том, что данные мониторинга с 8 стационарных постов Росгидромета, где замеряют 23 вещества, недостаточны, чтобы объективно судить, чем мы дышим. К тому же заметный вклад в состав воздуха стали вносить не только крупные предприятия, но и средний и малый бизнес, не столь серьезно охваченный контролем. Всегда, даже когда лаборатория выезжает и не фиксирует превышение ПДК, порядка 60 веществ, которые она контролирует, почти всегда присутствуют в атмосферном воздухе. Это говорит о том, что наш воздух атмосферный весьма насыщен соединениями химического происхождения. ТГУ планирует представить результаты научного исследования о составе и качестве воздуха в конце декабря, а в ноябре получить расширение области аккредитации. Это нужно, чтобы полученные инструментальные замеры затем могли стать неопровержимым доказательством и основанием для привлечения предприятий к правовой ответственности.
Помочь изменить воздушное пространство должно и решение Тольятти разработать комплексный план по снижению загрязнения до 2024 года. Предприятия, госорганы, мы в том числе должны разработать такой план и действительно двигаться по нему, прослеживать ту динамику, насколько действительно мы можем, имея производство промышленное, снизить. Об этом и указ президента призывает. Об этом, наверное, сложившаяся обстановка уже говорит. А пока экологи и чиновники просят горожан не торопить события и не делать необоснованных выводов. А дождаться результатов анализа совокупного влияния на воздух предприятий всех масштабов и окончательной аккредитации лаборатории. Тогда проведенные ей замеры станут эффективным оружием в борьбе за чистоту воздуха. Игорь Речман, Михаил Цуркин, Владимир Никитин. Новости Тольятти.